и говорит, что надо... Че молчишь? Офигевшие! Так, чатик. И на такой мажорной ноте начинается стрим. Эй! Привет! Привет! Да. Каждый раз начинает стрим, я вечно попадаюсь в ловушку, когда вспоминаю, попадаюсь в ловушку, блин, неграмотная тварь. Попадаю в ловушку того, чтобы внезапно вспоминаю то, что нужно что-то говорить на этих стримах. Какая-то это немного устает. То есть, да, конечно, я понимаю, то, что Twitch вообще система довольно-таки перспективная и революционная в нашем обществе. Но как-то нужно было разработать систему, в которой не нужно ничего говорить. Но для этого надо было родиться женщиной с большой грудью и иметь веб-камеру. Нам приходится ртом выходить из ситуации. Соответственно, да, есть в этом какая-то дискриминация, что ли. Ну ладно. Здравствуйте, дорогие друзья. Собственно говоря, да, сегодня что там? Воскресенье, прощенное. Так что да, простите меня, все, кого обидел, забыл за что-нибудь поблагодарить или там обещал, что-то не сделал. Вот, я продолжу эту славную традицию, буду и дальше обещать и не делать. Потому что, а почему бы и нет? Я надеюсь, у вас все хорошо, у меня все хорошо. Надо бы за кого-нибудь сыграть. Вообще, конечно, предполагалось... Я второй раз сходил на Kingsman и повторно в восторге. И, конечно, предполагалось, блин... Все-таки гребаная секретная арена. Брать все секреты. Но проблема в том, что у этих трех утырков секретов-то не завезли. Поэтому быстренько пришлось оптимизировать стелс-арену. И, возможно, в следующем заходе тогда будет... Секретная. Кого из этих трех взять? Никаких классовых скрытых карт никто из них не имеет. Никакого преимущества нет. Гул'дан. И сразу же одна из, наверное, лучших маскировочных карт, естественно. Естественно, это она. Возьмем голема на лейт, потому что лейта мало-то не бывает, естественно. Боевое инферно. А, да, забыл я про тебя, дружок. Ну, значит, все правильно выбрал. Значит, все было... Значит, все было не зря. Возьмем еще... Демона. Возьмем вывихнутый палец. Возьмем... Окей, сумеречного дракона, потому что колода не пойми какая, буду вообще дичайше просто копить карты. Нет, на самом буду все сливать, потому что куча и однушек. Кадоха! Как бы мне не было больно. Ну вообще, конечно, Мурлок это базовое 3-3 туловище. Не, ну конечно, голодный краб абсолютно деморализует противника. И он тоже, он довольно-таки неплохо. Он довольно-таки неплохо вообще... Считается с тематикой данной колоды, потому что он скрыто сидит до конца игры, а потом мы выигрываем, либо проигрываем без него. Я только что еще заметил, что у него там маленькие глазки торчат, они довольно-таки потешно выглядят. Окей, Варген, карты отвратительные, просто падают, что-то дичайшее происходит. Как бы не хотелось лорда Кусака, надо хоть одного слизнюка.
Темная бомба. И, конечно же, восхитительные вот эти вот все люди. И крокодилы, и им сочувствующие. Адское пламя, чтобы жечь своих же существ, естественно, в стелсе. Больше восхитительных карт Стрела Тьмы. Почему не арена, где брать карты, хоть как-то связанные с Оскаром, спрашивает человек, который, очевидно, сегодня употребил что-то нелегальное. Карты, связанные с Оскаром. Ну, давай посмотрим, какая из этих карт связана с Оскаром. Возможно, это похоже на ведущую Я даже не знаю, кто ведущий. Дженнифер Лоуренс. Ладно, в любом случае, мы возьмем парящегося стража. Возьмем супер скрытого Варгена. Супер еще одного. Ну, вообще, нет, ладно. Возьмем Столсевича. Возьмем, опять же, пушку. Карты не очень, мягко говоря. Возьмем пушку, чтобы убивать своих же существ под стелсом. Еще одного огненного беса. Нет, это полный бред. Огр-маг. Еще одна адская пла. Нет, возьмем еще вот это. Получается что-то вообще безумное. Супер карты падают одна за другой. Просто хит-парад, просто водоворот. Второй кровавый бес, естественно, нужен в данной колоде. Наконец-то хоть немного скрытых жаб, чтобы как-то компенсировать вообще наличие хоть чего-то. Болдерфист Огр. Хилка. Киса орёт. Ну да, орёт киса. Что поделать? Киса всегда орёт. Концепция киса вообще, конечно, по сравнению с концепцией Твича, может быть, киса стримила бы. У киса хотя бы есть чувство юмора. Ну, учитывая, что двушек почти нет, возьмем ящера. И последняя карта. Сколько заклинаний-то у нас под женщину? Палец, темная бомба, стрела и пламя там было, да? Не-не-не, животик-то получше. Ну, в общем, получилось что-то здесь, конечно, да. И вот, конечно, да. Кингсман второй раз смотрится вообще великолепно. Я понимаю, что это начинает вообще уже казаться тупым форсом и рекламой и все такое. Но хотя, с другой стороны, он вышел 2 недели назад, кому уже, блин, кто мне заплатит за рекламу. Офигенно второй раз посмотрелся, и я все-таки определился, да, то, что это один из моих любимых фильмов, и все-таки надо бы по нему видео сделать. И, возможно, даже без шуток, подумал я. Просто, прикинь, просто вот так вот буду сидеть. Вообще, да, концепция шуток. Мы сегодня концептуально размышляем вообще. Что ты орешь там? Пойду спущу концептуально. Что ты орешь? Что орешь? Что ты орешь? Ну вот, а ты боялась. Зачем меня призвали? С девушками так же общается вопрос? Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. В общем, да. О чем мы говорили? О том, что неплохо было бы сохранить темную бомбу вот под это вот. Он сейчас немного начнет как бы карты тянуть. Выкладываем карту, потом тапаемся. Куда-то 6 хп пропали, но это не важно. Где 6 хп, а где я? Короче, да, надо видео по Кингсману сделать. Вот что я думаю. Ой, тратить ли на тебя несущегося картоху? Это
Великолепные шутки, великолепные! Филигранное владение вообще созвучным юмором. Юмор, в котором берется слово и заменяется на похожее на него, но гораздо более тупое слово. Великолепно, великолепно. Чего ты там выкладываешь? А что за контроль такой пошел вообще? Не, ну это, конечно, топ-дик. Вполне себе, черт, сынок, где ты так нашел? И, собственно, как бы бум-бум, окей, нормально. Я понимаю, что он крайне горд собой. Но я тоже собой вполне себе горд, потому что... Потому что, конечно же, вообще да, все-таки друид, но вообще, конечно, 8 карт. Но карты это у меня сильные, ну как сильные, такое, конечно же, дно. Так-то, конечно, дно, но как бы вообще, конечно же, блин. Зато очень-очень сильный дракон. Ну как очень сильный дракон? Так себе дракон, конечно, но вообще, конечно, очень сильный. Ну в данной ситуации, естественно, самое элегантное решение всех проблем это отсидеться. Корова сама ударится об щиток. Мы в данный момент будем сидеть. Будешь сегодня смотреть церемонию Оскара? Я не могу себе представить вещь, которая меня бы заинтересовала меньше, чем церемония Оскара. Чем бы я себя занял в 3 часа ночи, чем просмотр территории Оскара. Или церемонии Оскара. Я даже не уверен, что сегодня она вообще будет, потому что там что у Первого канала были проблемы с лицензией. Что за свайпы начались? Не могу вообще, не могу. Надо водички попить. Будут ли другие игры на канале? Оу. 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 Может еще и гнев? А, нет. Не до кормыша выложил. Но не до кормыша это не проблема, потому что у нас здесь такие вообще комбы. И когда мы все разыграли, самое время для чего? Самое время для тапчика. Кто-то не поставил себе прогу для вебмании, чтобы она звук давала на донатах. Ну, во-первых, я первый раз про нее слышу, во-вторых, я только услышав про нее, уже вижу несколько принципиально вообще проблематичных в этом деле проблем, потому что будет постоянно копеечку скидывать и будет какой-нибудь звук, и я в итоге немного себя кончу. Теперь 11 это было бы страшно, если бы у меня не был краб, который съедает это все. Только не говори, блин, что там второй свайп. Но мы все-таки, наверное, от второго свайпа будем защищаться. Потому что фиг его знает. Как это вообще все пойдет? Еще и усиливается. Напряжение нарастает. Я бы сказал то, что напряжение можно какого-нибудь, потому что, блин, напряжение достигло своего апогея. Ней! Идеальным вариантом было бы, конечно, запульнуть бы в пушку скверны. Потому как, если бы я не запилил бы себе... Но если она попадет в Аргена... О, если она попадет в Аргена... О, ты себе не представляешь... Получи... Ну это 10 урона, блин, это...
Раньше ты читал каждый мой комментарий, теперь ты не читаешь их уже 2 недели. Ой! Ну так бывает в жизни. Понимаешь, то есть, мы все люди. Иногда человеку свойственно ошибаться. Иногда человек, он как зверь. Видишь, друид превратился в зверя немного, куснул на 4. Пора пустить кровь за нас, жата. Угу. Это все, конечно, замечательно. Только что делать? Тапчик? А с тапчиком можно и отъехать в Вальгаллу. То есть, да, с тапчиком по-любому можно отъехать вообще-то, да, бы. Мне жаль. Слушай, а вот что я сделал? Надо было убить его, а потом сделать пламя. А потом я делал ошибки. Но не, у меня летал, говорит, чё? Так вот, о чем мы вообще? Казалось бы... Казалось бы, можно было все сделать. Ну вообще, конечно, да. Моя душа будет моей. Людям понравился данный мув. Поэтому не стоит останавливаться. Пушка скверная никогда не подводила. Ладно. Я даже немного разделся, чтобы тащить. Сделай оповещение на 50 рублей на стрим, как уфоверсы на Макс или пост. Я обязательно, ваше предложение обязательно будет, да. Но все, то есть Мак-то уже не знал. Мак не знал, что он проиграл против 3-3. Когда, казалось бы, вообще еще были хоть какие-то шансы на победу у Мага. Хотя, конечно же, это Маг, поэтому в руке у него есть Фростболт. Но нет. Оу, хат. Ну как тебе сказать хат? Это, конечно же, хат. О, 1911. Зрителей. Это мой любимый кольт. Мой любимый кольт. Я бы даже сказал, мой любимый размер. Если бы я был странным человеком. Хорошо, что я нет. Ну и как-то здесь, блин. Здесь, конечно, неплохо. Я не думаю, что... Ну ладно, черт с тобой. Зачем краба взял, пишет? Потому что краб это вообще краеугольный камень данной колоды. Понимаете ли, сударь? Краб, он сидит в засаде. Аренка-то засадная получилась. И краб в засаде сидит. И, соответственно, вот. И мы чё? Мы, значит, тапаемся? И выкладываемся. Не, ну а чё? Не, ну как бы да. Не, ну объективно вообще, объективно расценивая.
Разменчики с бесами. Вообще, конечно, ситуация на рабочем столе сейчас довольно-таки напряженная. Смотрел персоны заинтересованные. Нет, не смотрел. Ну, какой-то терпил опять попался. Хорошо, что всегда натерпил. Всегда натерпил, просто находится сквернопушка, которая стрельнет куда надо. Куда бы сквернопушка не выстрелила. Профессиональная сквернопушка, конечно, никогда еще не подводила. Ну а дальше видно будет. Это я и мистер Кусака. Мистер Кусака. Мистер! У меня есть для тебя, мистер Кусака, показывает средний палец. Не, ну это, конечно, каменно-кулаковый огар. Ну-ка, шмальника куда-нибудь душевненько. Ну, конечно, лучше бы в лорда Кусаку, потому что... Иногда я мечтаю о сыре. Что делать? Вообще, сыр, я думаю, это венец вообще развития продуктовой промышленности. Если б не сыр... Не, ну кроме мяса, но мясо это уже как бы, да... Мясо не надо придумывать. Мясо пошел, отрезал там у кого-нибудь кусок, кто с тобой там живет. Ешь. Вот сыр. Приготовить сыр. Вообще человек, конечно, который это придумал. Все вот эти вот стримы, твичи, айфоны, что там, космические лифты. Сыр. Никто вообще не знает в истории человечества современной, как сыр был получен. Хорошо, что всегда можно положиться на жирные существа. Так и мех. Это не важно. Это не важно. Казалось бы, Кусака мех. Ты видишь, чтобы он выжил? Нет, он бы умер тоже. Так и мех. А я не готов. Будут ли другие игры на канале? На каком таком канале? Мне по-хорошему бы, конечно, адское жарево. Чтоб как бы да, но окей. А может, стоило и в лицо прилететь на семёрта. Гоу, сегодня трансляция Оскара. Ну, конечно, конечно. Примерно, я не знаю, 8 человек будет. 8 человек примерно будет смотреть. Но это окупится по эмоциям. Я не смотрел примерно ни одного фильма, который номинированы на главные награды. Так что мне будет очень интересно болеть за Байхут. Ах ты мой маленький сладкий Байхут! Постримь, пожалуйста, Майнкрафт вместе с Юзией. О, мои святые небеса! Где ж ты раньше-то был, а? Если бы ты был сыром, то каким сыром ты бы был? Ну, таким солененьким. Ну, не настолько солененьким, как российский, потому что, по-моему, российский это что-то вообще такое сатанинское. Есть что-то такое вообще упадническое. Ну, мне, в общем, да, мне, в общем, адское пламя, или я немного проигрывальки. Чем тебе понравился Кингсман? Ну, вкратце, всем. Более развернутая версия всем. Там все хорошо. А можно как-то выжить, например, или что-нибудь такое? Гауда мне нравится. Вот это хороший сыр. Вопрос на Яндекс за 20 рублей. Что лучше, Кока-Кола или Пепси? Дорогой вопрошающий,
Я с полной вообще авторитетной уверенностью могу вас заверить, то что лучше, конечно же, Mountain Dew. Да, мне крайне нужно было. Спасибо, что не подвел меня, гоблин. Привет, о чем идем речь? Я не уверен, что речь о чем-то идет вообще. Ну мы сидим тут, как бы. Тута. Вдвоем тута сидим. Ну, вдвоем 2000. В 2000 туда вдвоем! Значит, Макс, смотри, какая концепция. Ты не достаешь пиробласт? А я достаю что-нибудь крутое. А если я еще раз тапну, ты меня убиваешь фаерболом и пингой. Что, конечно, немного... Да, я хотел сказать, что секреты тебе тоже нельзя. А что там, раздвоение? Это вообще, конечно, по жести начнем вообще ходить. Это, кстати, норм. Карта последнего шанса. Посмотрим. Твою мать, если это... Окей, это неотраженная сущность. Главная проблема в данный момент, конечно же, это тапаться или не тапаться. Потому что если мы не тапнемся... Если тапнусь, я от фаербола умираю. Но пока вроде как какие-то карты-то есть. Возможно, можно и сидеть. Ну, сок. Не вешай срок. Хоп. Ну ладно, он хотя бы существ ковыряет. Животик. Не, ну блин, с таким столом... С таким столом, конечно, все-таки да. 36 хп против 9 хп, это не проблема. Проблемой будет только пиробласт. Как часто маг на арене берет пиробласт? Ну, примерно никогда, согласно моей статистике. Как известно, я соучредитель Левада-центра, поэтому мы периодически проводим скиллстрайки среди выборочных слоев населения. И поэтому, когда у нас вывернутый палец приходит, мы, конечно же, тапаемся. И адское пламя тоже очень полезная карта в данной ситуации. А, ну это да. Естественно, что же еще-то? И карты, которые примерно могут меня спасти. Ну как тебе сказать? Маг просто на скилле затащил, конечно. А то, что 2 хп, это не да. Но хоть у кого-то скрытая арена работает. Ну... Окей. Хорошо, хорошо, сегодня тематические арены идут. К успеху стабильно. Цифру не надо, главное. Очень не люблю, знаешь, неудобно вот в этой вот выпадающей менюшке первую цифру изменять. Там нужно попадать между буковками и циферками, выделить нолик. А поражение очень просто приписывать с конца. Что творится вообще? Нормальная же колода, блин. Да, надо товарища Пепси поставить. В топы! Топы доноры! Ули-лю-ли-ли! Куда тут это писать-то? Чё-то мне жарко стало от таких игр! Как тебе фильмы Эдгара Райта? Эдгар Райт хороший. Я хотел, чтобы он снимал Человека-муравья. Но учитывая то, что, очевидно, Marvel Studio окончательно сошла с ума. Потому что какого бы качества у них фильм не выходил, его все равно все смотрят и почему-то думают, что он хороший. Да какие волки? А можно как-то, паладин, ничего не выкладывать, чтобы я стрельнул там и все хорошо пошло? О, господи. Да какой за орден? Чем мне Скарлетку-то убивать?
За орден! Значит, пушка, смотри. Либо ты попаешь в волка, либо у нас, конечно, неприятности. Это они. А давай ты проигнорируешь пушку. Твоя магия тебя не спасет. Это нормально, это да, даже не думай. Не надо размениваться, бей. Мне же размениваться-то надо. Вот, это же норма. Я ж тут никак не отбрешусь вообще. Так, тихо. Дурач. Нет, ну этому паладину вообще. Ну серьезно, а? Ну и меч можно убить, и похиляться, и пушка стоит. Даже пушка стоит. Ну пожалуй, ну серьезно. Написано «Секретная арена», играет Стелс Арена. Потому что к началу стрима приходить надо. Краб! Нам нужно краб, все тактикульно. Тапаемся вообще, даже ману не считаю, что там за мувы. Где мой тактикульный краб? Что за дела? Ну, кстати, не очень тапнулся-то. Когда будут новые видео, вопрос. Вам обязательно... Я так и не записал человека. Его щедрыми взносами. Ладно, просто кола, а то что-то некрасиво. Чё там началось-то, алё? Мурлоков, что ли, свапать, чтобы я побольше... Ну это да. Как раз правильно. Придержи его, дружок. Ты его, дружок, главное, да краб придержи. Вот этот краб, это не краб. Два беса. Ну, конечно же, бесы. А может, это секрет, который ХП до одного скидывает? Я ж не знаю. А я ж хочу знать. Я могу и двух выложить. Не, ну а чё? Я один, там и два. Я тут все забафуется. Неплохо сыграно. Разумеется. Это вообще ложись. Не, ну а чё? Я могу и побафаться? Паргент. Немного. Что круче, ранетки или бутырки? Хороший вопрос. Проходили ли вы хоть одну игру из серии Персона? Я немного играл в них. Но не проходил, потому что там нужно, да. 100 сесть, 100 этих пройти, 100 глав, 100 серий, 100 этажей. Водить на свидание 100 школьниц. Хорошая игра вообще, да. Игры, которые мне нравятся. О, у нас новый претендент. Уважаешь Че Гевара? Вопрос за 24 рубля на Яндекс.Деньгах. Ну вообще, конечно, Че Гевара нормальный мужик. Уважаешь Че Гевара? Че Гевара. А что выкладывать? Ну как бы... Революция вещь вообще сложная. Казалось бы, перемены это всегда хорошо. Но на деле оказывается то, что перемены часто ничего хорошего-то не при... Как тебе Кинзман, сейчас банить начну уже. Отлично! Революция все-таки часто, да. Хорошего за собой не несут. Ну, паладин, блин. Фигово все, паладин. Ну, объективно, как бы, да? Давай смотреть на вещи. Че, Варгена не выложил? Ну, потому что там сейчас будет. Потому что скиллово нужно было огра забафать, чтобы его не убивали все. Его все равно, как бы, все убивают, но, как бы, нет. Мне вот так написали Че Гевару, поэтому я также Дай мне подумать. Сделал модераторов, чтобы совсем трэш убирали хотя бы. Ну у меня, понимаешь, то есть да, модераторы. Но все же вежливые люди. Ну взрослые все люди. Доходом от 100 000 рублей.
комфортно абсолютно сидим здесь. Задвигаем про Че Гевару. Вообще, конечно, элитные стримы — это всегда приятно. И понимать то, что тебя смотрят, потому что ты можешь людям рассказать что-то. Потому что ты можешь показать людям свой скилл. Потому что ты понимаешь то, что вообще, конечно, голем-то никак не убить. Где ты был? Не, ну тапаться, конечно, это да. Мне жаль. А может, стоило и скрытного. Ладно, посмотрим, что он делать будет. Может, он сам там размениваться начнет. Ну если там, блин, свето... Вот он уже теребит световую волну, ты гля! Ладно, тогда ударим. Алло, это арена 03? Нет, это 1-3 арена, перезвоните позже, пожалуйста. Ну и что, удвоение? Окей. Тогда надо было все-таки скрытого. Ну кто? Ну вот кто мог вообще предположить? Объективно. Что у паладина будут божественные щиты? Ну чё за... Не, ну это нормально. Ну а чё в ней... Какие бафы тебе так мало, что ли? Да не, ну а тебе мало, что ли? Да ты что? Пора уже, короче, сотку на карту кидать. Потому что да. Зато рекламку можно врубить будет. Везде нужно искать положительные моменты, как бы, да. О. Ты гля, еще и выеживается. Это мягко говоря. Я бы применил более, конечно, слово. А можно как-то отбрехаться здесь? Ну, здесь только пресвятой тапчик поможет, похоже. Угу. Ничего тут не поможет. Ну что, начнем? Может, он считать не умеет что-нибудь там. Неплохо сыграл. Не, ну хил тебя не спасет, потому что ты и без него выиграл. Какой-то слабенький попался оппонент, конечно. Выкладывает хил, когда у него на столе очевидный летал. Зато золотой берсерк Гурубаши. Когда вы делаете по... Нормально. Как тебе юморок Джима Кара? Да никак мне юморок Джима Кара. Джим Кар, конечно, дно полнейшее. Уж в Британии-то комиков нормально. Бустер за 125, это я считаю, я всегда говорю на своих курсах по Хардстоуну, что для бодрого начала дня нет ничего лучше, чем бустер за 125. Редко. Нет, легендарки, к сожалению, не было. Быстренько обнулим счетчик арены, чтобы никто не видел вообще. А, сейчас вернусь, минутная реклама, я там пока пойду, конечно же, деньги бесполезные кидать, очередные траты, да. Сейчас вернусь. На телефон!
Купился арена по эмоциям? Конечно же, купилась. Куда тут вбивать-то цифры? Да, примерно. Ну-ка! Малец, малой, ну-ка, покажи мне циферку. Черт, сынок, это действительно циферка. Так, такс, что тут у нас? Вот, соответственно, чего я вообще хотел, когда задумывал сегодняшний стрим? Я, блин, хотел грёмотную секретную Кингсман-арену с секретами, и три прошлых отщепенца секретов-то не имели, в отличие от трех вот этих вот статных мужчин, каждого из которых секреты. Ну, конечно же, хотелось бы вообще по-хорошему, конечно, нужно бы взять Рексара. И с луком там, учитывая, что мы будем брать все секреты, надо бы лучок вытащить. И секреты. Но проблема в том, что это никогда не сработает. На арене. Поэтому, конечно, берем Джайну. Моя магия сильнее. Она правильно заметила. Ее магия. Начинаем с отличных карт. Начинаем с топового вообще набора. Возможно, даже все-таки из такого-то дна, из таких-то вообще поддонов. Ты регулярно стримишь? Ну вот третий день подряд, или четвертый, или что-то там, вообще никогда не стримлю. Один из этих вариантов. Только тебе с подписки капает, лучше донатить или подписываться. Лучше донатить. Ах, ладно, пират. Ладно, трог. Учитывая, что мы будем секреты брать и мехов не наберем. Лема. Экс. Червь. Секрет. Паук. Камнедробов младший. Фростболт. Великолепный, восхитительный чудо-обнулятор 3000. Потрясающий, гениальный силовой танк на лейт. Восхитительный, прекрасный, всегда тонизирую. Не, ну вообще, конечно, бы вождя бы. Ладно, щитоносец. Чтобы его потом там что-нибудь копировать. И все-таки пару мехов набрали. И под парой, я говорю, действительно пара. Натурально, фигурально, буквально пара. Ладно, возьмем гномотехника. А секретов-то не завезли. Элементаль воды лучшая карта. Дропчик за 5. Два секрета. Но отраженная сущность практически всегда лучше. Сказал он и проиграл. Волна огня. Ну так себе, конечно, секретов накапало. Конусок. Подрывничок. Лейт тут уже какой-то есть. Вот с ранней игрой не особо. Призыватель. Будем воровать чужие тогда секреты, раз уж на то дело пошло. Еще одна отраженная сущность. Сака. Ну такое. За 3-то вообще примерно ничего нет. Заклинаний-то особо и нет. А, ну секреты как бы, да? Супер, окей. Мех. Фаербол. Еще один трог. Против рыцаря. Рыцарь. Раздвоение. Огр. И наша восхитительная последняя карта. Ну, кстати, ну это же никогда не работает. Я понимаю то, что у вас крайне сочная задница, но это же... Вы понимаете? В отличие от алхимика, кого мы тут будем свапать-то хапеху с фигулькой? 3-6 будем делать и 4-6-4, 6-3. Ах...
Ну ладно, не, ну, так, я хотел сказать, ну ладно, но, блин. Ну, это же... Три отраженных сущности. Ну, я не вижу причин, почему бы хранительница не могла сработать. Не, она потрясающая. По такому случаю можно даже саундтрек из Кингсмана включить, я думаю. Учитывая то, что арена продлится недолго. Какой у тебя ник на Кинопоиске? А что, на Кинопоиске еще и ники есть, и регистрация, типа. Так, ну это комба. Это реверсивная, реверсивная комба. А ученица нам нужна для того, чтобы секреты доставать. Подобный саундтрек вообще, конечно, заряжает на победу. Сейчас мы сделаем чудо-обнулятора, потом догоним гномом техникам. Все будет хорошо. Чуть не нравится Джимми Карр. Ну, потому что есть там другие режиссеры. Так, все, начинаю на музыку отвлекаться, режиссеры, понятно. Есть другие стендап-комики. Гораздо более привлекательные. Внешне! Ладно. Почему не пользуешь плаг диджей? Потому что у меня там забанили за то, что я включал Анатолия Васнюкова. И говоря Анатолий Васнюков, я говорю про человека, имя которого я не помню, потому что который про пирата поет. Но наверняка его так зовут, да? Какие вообще шансы, что не так? Морозить или не морозить? Не, зачем? Я иду. Налетение на цель. Вот под это бы, конечно, уже сгодилась бы отраженная сущность. О, детка! Вчера вместо Кингсман пошел на батальон. Я потраченный. Ты немного, да. Самую малость совсем. Эту вот, конечно, замечательную компанию жечь. Не, ну а какие еще варианты-то? Ну, конечно же, жечь! Я не знаю. Откровенно говоря. Что же делать? Конечно, в Кингсмане саундтрек тоже крайне-крайне. Ну, блин... Ладно, трог забафается, я думаю. Вот Skill Strike самое то выложу. Положи это яблоко себе на голову. Хм-хм-гм голову. Вот теперь можно и пожить. Не.
Не, ну такое мы не прощаем вообще. Вообще, конечно, да. Вообще, конечно, когда идет такая битва мастермайндов, просто вообще лучших. Когда, конечно, вообще сталкиваются на арене титаны, такие как я, например, маг, и мой оппонент, если вы не заметили, маг. Битва идет до первого скиллстрайка. Я бы даже назвал это поединок. Это не сражение на дубинах, это скорее фехтование. Кто придержит скиллстрайк, а кто сольет его на дурачье? И принцесса из Кингсмана. Ну, такое у нее лицо немного кругловатое. Мне больше понравилась армянка с протезами. О! Самое то, что надо. Сколько у тебя яхт на вебмане? Сейчас узнаем. Ой, мы сегодня просто растем по донатам. Что делать, когда ты мухожук и тебя потратили? Мне очень нравится вообще картинка. Мне кажется, это одна из моих любимых картинок. Я устал, я мухожук. По-моему, это просто вообще вершина картиночного юмора. Нужно сделать будет как-нибудь арену мухожука. Да, человека с его великолепным подношением в 26 рублей. Надо бы записать куда-то там, а я и куда-то там. Мухожук. Ну так нормально, по нарастающей идем. Почти 3000 зрителей. Да, действительно, друзья, здравствуйте еще раз. У нас тут немного тематических арен. Крайне-крайне сомнительного содержания. Потому что 3 отраженных сущности в колоде. По-хорошему, отраженную сущность выложить бы... Ходики на пятом, потому что там уже идут всякие замечательные друиды когтя. Здесь вроде как тактикульно. 7 карт против 2. Это довольно-таки тактикульное решение. Заряжен и готов к бою. Угу. Ну. Заряжен и готов к бою. Секрет, с другой стороны, стоил всего... мне нечего вам сказать. Так, значит, смотри. Программируй тебя, пожалуйста, на одну бамбулю во врага. Так, ну хотя бы никто не умер. Ну одну бамбулю! Ну я мог просто разменяться, а теперь-то... Ну бамбулю надо было. Ну. Что пошло-то? Не, ну сидим, конечно, замечательно. Но с другой стороны, конечно, небольшие проблемы. Какой у тебя мобильный телефон? Да, писал я уже! 3К хайп. Это не было 3х там. 3х. Плохо. Пафнешь, что ли, еще его? Будет немножко щепотно. Это плохо, кстати. Ну ладно. Сойдет. Действительно не тупой. Но мы кое-как доковыляли до карт хороших. Твоя магия тебя не спасет. Это тоже как бы просто слив карты. Но только на столе ничего не будет, вот в чем проблема. Отдавать ему инициативу. Или поставить рыцаря. Ладно. Подписчика, а у меня почему-то молчок. Ищем подписчика.
Северные волки готовы к бою. Хрем один. Ну, где-то наша замечательная барышня опять где-то шляется, поэтому я вас приветствую, конечно. Привет, привет, привет. Где эта баба? Здравствуйте, мужчина. Я не знаю, почему я опять говорю мужчина. Что случилось-то вообще? А, ну да. Довольно-таки тактикульное решение с его стороны. Барышня была. А почему у меня барышни нет? Я-то барышню не услышал. Барышня была, звука не было. Ага, значит, звук сегодня ушел гулять. Так, ну жечь этого вообще, конечно, бесперспективно. Пиздинга, ххда. Я думаю, даже зомби, то есть расконтраливать, когда у друида уже 11 хп, как бы, да. Нет, вот это, конечно, топ-дик. Или это не топ-дик, но это плохо. Это просто дик. И что, жечь, что ли, прям? Всех орудий прям, что ли, жечь? Крытая арена, вот и Эллен Пейдж по стелсу пришла. Ну, возможно, да. Весьма, весьма вероятно. Пушка. Ну, это вообще пушка. А как ты будешь расконтроливать все вот это? А как я буду тебя убивать? Я не знаю. Сейчас друид тут немного, блин, накидает добра. И позитива, естественно. Два кармана насыпает. С двух рук по-македонски фигарит. С одной руки добро сыпется, а с другой-то позитив прям комьями такими вонючими летит. Ну да. И музыка такая грустная пошла, понимаешь? В напряженном ожидании проходит арена. Мы ждем от этой арены счастья. Мы заряжены, казалось бы, на успех. Я бы даже сказал, запрограммированы, но что-то как-то, да, лорд Кусака, по-моему, не затащит. Так, тут с киви пришло, но вы, к сожалению, мужчина... Два с киви пришло, но вы, мужчина, к сожалению... Кто заплатит за садизм, пишут. Это с ошибкой садизм написано? Да что началось-то? Тут, к сожалению, вас господин садизм немного обогнал. Твою мать. Спасибо большое, спасибо за ваши донейшены. Выиграть бы еще. Но ситуация довольно-таки печаль. Значит, что мы делаем? Канусяка. Нет. Инк, Канусяка. Инк, Канусяка. В колоде примерно ничего не осталось из заклинания. Один фростболт. И что-то там еще. А, что я его буду беречь, если он его просто куснет. Все сливаем. Не знаю, как я тут выигрывать собрался. Да, действительно, 3000 человек. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы тут немного с тремя отражен. Вот когда надо было, когда он выкладывал все свое добро. Когда все добро выложил, конечно, начинают топовые карты приходить, а? Как без них-то? Леха, ешь, ведь 3000 человек. Мы едим на 2000 человек, на 3000 человек мы есть перестаем. Ну, мы начинаем есть на 4000 человек, но до этого ползти и ползти. А Skill Strike выйдет? Но после титрсма. О, все топовые ребята на вечеринку заявились. Бородач, жопастенькая. Все, кого надо было. Вот как просил прям. Ложились один за одним. У меня сейчас играет трейк
трек Calculated Infiltration. Calculated Infiltration. То есть Calculated, да, сейчас будем крайне делать тактикульные вообще решения. С одной-то победой уже можно себя чувствовать довольно-таки раскованно. Вот сегодня мне вообще нравится ситуация по российским стримам Хардстоуна. Сегодня неплохо. Не стоило напрашиваться. О, друганы. Смотрел сериал Флэш? Нет, не смотрел. Так, это напоминает развитие первой партии. То есть гнома-призывателя вы никак не убиваете, мужчина? Боже, вот этот трек — это самая развязка фильма. Богоподобно вообще. Просто богоподобно. Мурашило сегодня второй раз, прям колотило. Я там людей слюнями немного забрызгал. Я на Кингсмана не успел, пришлось на восхождение Юпитера идти. Ну, я тебя награждаю званием, вообще, конечно, да, ефрейтор стрима. В этом месяце ты будешь нашим ефрейтором, потому что... А можно как-то походить, например, Хантер? Нет, мы, конечно, замечательно сидим. О, это достойный соперник. Я думаю, как бы не проиграть еще ему, блин. Вот сейчас ему понадобится, конечно, да. Вот сейчас человек просто понимает вообще. Не зря он думал несколько минут. Я, правда, не лучше, потому что никакого фоллоуапа у меня нормального нет. Не выпилит звук из-за музыки, страйков навешает еще. Ну так там всякие слушают музыку на стримах, почему мне должны именно наляпать стримов-то, лайков, страйков. О! Это я, мы тоже скилловые! О! А не, ну как бы надо соответствовать-то вообще. Главное, Хантеры вообще, конечно... Главное, Хантеру показать то, что играть мы не умеем. Минус 100 человек на стриме моментально. Ну, что поделать? Это, кстати, не очень. Возможно, даже стоит не другана, а подружку. Мозгов у него, чтобы убить меха, все равно не хватит. Кто красивее, Франсин или Хейли? Ну, в американском папе... Не, ну Хейли, она такая вообще замухрыга. Парская. Да Франсин, конечно. Ну, это такие мультики, как там можно вообще оценивать? Ну, как ты догадался-то, а?
Ну, да, да, вообще, конечно... Окей. Роджер красивее. Ну да, есть у Реджера несколько, конечно, костюмчиков вполне себе. А у тебя жена сейчас? Да есть там одна, но спойлеров боюсь. Обещал море кровищи в Кинзмане, но как-то не было. Ну, я обещал море, нет, там просто расчлененка есть немного. Ну, там грамотный 18+ рейтинг. Кровь, когда надо, льется. Хочешь доктора Бума золотого? Ну, конечно. С этими. С золотыми-то под друзьями. Неужели персики? О-о-о. Не-не-не-не-не-не. Это норм. Это не норм. Что-то как-то немного поплохела ситуация. Маны не хватает одной ведь, а? Запчасть потратил, а не пинганул. Ну, потому что это было наиболее скилловое решение в данный момент, потому что у меня просто морально нуля уже. О, господи, помогите. Глобально к творчеству Сета Макфарлейна. Положительно. Ну, у него бывают, конечно, эксперименты. Довольно-таки неудачные. Черт. Ну тогда волна нужна. Без волны вообще жизнь не мила. Иисус. Пикча ласт цапыс, давай поженимся. Откуда же счет, а? Следующий ход минимум 8 урона, если сейчас что-нибудь не придет. Что-нибудь не пришло! Значит, мы попингуем вот это... И будем надеяться, что придет какой-нибудь сексуальный таунт, встанет отраженным сущностью. Ой. Боже, кому ты проигрываешь? Ну, мы с ним на одном вообще уровне, конечно. Полнометражный фильм на Диком Западе. Ну, вот полнометражный... Тед более-менее был фильм, а, конечно, полнометражный фильм на Диком Западе. Миллион способов умереть. И на так себе. Угу. Не, ну это Rush Hunter, конечно. Как известно, Rush Hunter'ам крайне тяжело вообще противостоять в арене. Сидим душевно, смотреть приятно, а только поставь по зязе плашку, чтобы во время времени гужить. От твоих плеев чуть пельмешками не подавился. Поставь, пожалуйста, плашку, что зрителям во время стрима кушать опасно. На вебмане пришло сообщение. Ну, я думаю, зрители мои не маленькие, они сами понимают риски.
Так, у нас тут Америкон. Жюри своих зрителей донатит как школьники, ведь все уважаемые люди зарплата не меньше 100к. И вопросик. Признавайся, какую последнюю игру запиратил? Far Cry 4 запиратил. Потому что не стал играть. В любом случае, интро прошел. Да, это, наверное, последняя была игра, которую я запиратил. Это не ставил. Dying Light мне не интересен, так что будет Far Cry 4. Наконец-то наша задница пришла, с которой у нас все комбы вообще. Вся колода была построена на заднице. Надо себе поражать. Хуже стал играть, реально, что со мной? Ну, потому что треплюсь, да, потому что... Я не знаю. Меня это расстраивает, но... Что с этим не поделать? Я не знаю, вот зачем... Да, нафига выложил первый ход? Может, хоть сольет на нее что-нибудь? Ничья. Интересно. И ты стал хуже играть, а противники лучше. Возможно. Задница плюс раздвоение. Ну да. Ладно, сейчас посмотрим, чем ответит наш достойный приз. А у меня краб в этой колоде? А, ну окей. Монетку слил зато. Я думаю, задница свое дело сделала. Блинцы пёк сегодня. Чё-то так лениво стало. Лежит, главное, всё. Сметану купил ещё. Не плёк я блинцы. Возможно, завтра поплеку. Сегодня, типа, последний день масс. Так, у приста будет 3 хп. 3 маны. Ну, 3 хп, это без разницы. Мана, хп в этой игре, это одна шкала. Самое хорошее, что я могу получить, это, блин, грёбаный тёмный оккультист. Мана-ману надо! Мана-ману не надо. Уру-ру. С киви соточка еще пришла. Большое спасибо. Так, приз меня начинает пугать. Я против таких не умею. Окей, сливает карты. Ну, это, кстати, он неплохо слил, конечно. Элементаль-то за 4 мана одна из вообще топовых карт. Вот эта игра. Да, напряженно, крайне напряженно вообще продвигается процесс. Да ты что, шутишь, что ли? Я сжал пару булок. В булочную прихожу, говорю, булки есть, сжимать. Они говорят, что полицию Петросянов вызвать? Я говорю, ГГ, ОМГ, лол. И убегаю. О, господи. Последовательность! Сучара! Привет, удачной арены. Привет! Кнопка. Не-не-не-не-не-не-не. Какой? Какой? Ну, это, конечно, сойдет. Ну так-то, конечно, вообще гогой. Ладно. Мои доллары ждут твоего PayPal. Это практически прям какое-то такое рифмованное нечто. Какое-то прям... Без этого надо песню делать, я думаю. Мои доллары, твои PayPal, и мы вставляем их друг в друга и вставляем. Интересно. Но для долларов нет PayPal. А я PayPal задам.
хотел бы, друзья. Не, ну это как бы вообще. А как я теперь его убью-то, алло? А, ну я, конечно, есть вообще достойные решения. Прошу прощения. Ну, неплохо так скопировали. Вполне себе. Иксовать ли в данной ситуации? Я не вижу причин, чтобы их иксовать. Ну, я думаю, Прист уже проиграл в данной ситуации. Объективно, конечно, если посмотреть. Дело колоду друида с близостью природы доводи до фатига. Ой! Интересно. Слабо, откровенно слабо сыграл наш оппонент. Абонент откровенно повел себя как абонент. Вообще, конечно, как бы мне не хотелось пощадить данного Приста. Но я понимаю, что тяжелые времена требуют тяжелых мер. В данный момент тяжелая мера подразумевает. И мы тактикульно, крайне тактикульно подходим к вопросу, есть ли там кабал Приста. Поэтому мы не дадим ему меха, мы дадим ему и либо кусаку, либо дракона бабу. Как же я тактикулен. Как 50 оттенков серого, если честно. Очень-очень плохо. Нет, ну как бы можно посмотреть. Ну, во-первых, дома, потому что чтобы не было всяких ржущих людей. Крем-1 на победу. Благодарю вас, мистер Крем-1. Вы подписались сегодня, я вас запомнил. Вы сегодня решили оккупировать нас. Спасибо, я вас сейчас оформлю здесь. Я готов учить. На победу, главное. Люди хотят побед. У людей в последнее время вообще поднялась. У людей привстало вообще патриотическое настроение. А почему мой Огр 3-3 стал? О-о-о! Вот это мув. На победу до Золотого Хантера. Я не знаю, о чем вы говорите, но это наверняка что-то именно из того, что мы, да. Надо бы хотя бы 3 победы, вот что я думаю. Потому что, конечно, в последнее время на жесткой победной диете сидим. Уже кости торчат, ребра во все стороны. А что это 300-то написалось? Там 350. Я, видимо, хотел нарваться на несколько шуточек. Ты озвучивал когда-нибудь фильмы? Нет, фильмы я не озвучил. Я помню, когда... Слушай, а чё кусаку-то убили? А я сам убил. А, ну тут есть все. То, что нам надо.
А можно там обратный поворотный механизм? Это, конечно, все не то. Я думаю, настало время для операции, которая носит кодовое название «Пора немного бить лицо». На целых, черт тебя подери, на 7. Вы понимаете, насколько это опасно вообще? Я беру на себя ответственность. Почему у тебя комп... Я хотел зацензурить. Говно, почему у тебя комп, спрашивают. Ну... У него плохая материнка и плохой процессор, потому что, к сожалению, я немного пожадничал в ноябре, когда покупал видеокарту. И теперь моя жадность мне обходится крайне дорого. Я не знаю, кто ты, но ты не Гуворский! Меня раскрыли, господа. Все подписки, все, что вы... Ну, вообще, потому что да. Человек... Вы понимаете, что человек крайне занят. Гуфовский... Человеку нужно пилить видео. Как известно, у него выходит... У него 3 канала, и на каждом раз в 3 дня выходит видео. То есть он выпускает около 30 видео в месяц. Надо еще и стримить. Ну, поэтому... Поэтому нанял специально обученного человека. Профессионального игрока в Хардстоун. Мы познакомились на Дримхаке, да. Гуфовский, как разработчик Близзарда, туда был приглашен. А я Дримхак выиграл у Калента, да. Так что вот, я стою с кубком дримхаковский, под ногами Калента валяется со сломанным позвоночником. Ну, он подходит, говорит, будешь стримить у меня? Я сказал, буду. Ты называешь это оружием? А чё так плохо-то стало внезапно? А можно как-то убить там его, нет? По-моему, нет. Интересно. Значит, мы, конечно же, естественно, надо бы, как бы, да. Тяжко, тяжко здесь сидит. Сидим тут, а. Тяжко сидим. О, так ты из моей вообще шайки-то, из этих страдальцев всех, которые на абордаж. Не, ну голема сливать нельзя, голем это вообще наш добрый-добрый друг. Маскировку можно не на своих кидать, спрашивать? Нет, на своих. Ну, как бы это было странно, на чужих кидать маскировку. В игре нет ни одной механики, которая влияла бы на маскировки и на вражеских существ. Типа там снять маскировку и получить 3-3. Как рыцарь жестяного щита делает. Так, ну это мы кое-как убьем. О! А вот и мой инвалид. Прям так хорош. Кингсман трейлер совсем не впечатлил. Я не все трейлеры Кингсмана смотрел, но там есть один хороший. Таунт бы снимала. А, ну окей, да, было бы. Не, ну извините, я не настолько хорошо в этой игре разбираюсь. Какая там называется? Саммерстоун? О, вот это пушка. Но с другой стороны, если там Mind Control... то мы будем немножечко поскуливать. Я сегодня порадовался, зашел на Кинопоиск. По поводу Кингсмана инфу почитать, сколько сборы. Да, Mind Control. Кингсман сейчас в топ-250 Кинопоиска. Не, ну дело-то такое, конечно. На 210-м месте Кингсман. Не бог весть что, но тоже неплохо.
Добивай, говорят. Ой, я его добью сейчас. Ой, Володя! Прист Володя. Мне кажется, это неплохая идея. Какой пот-то начался, а? Не надо воровать. А, окей. Ситуация внезапно ухудшилась просто. У меня фростболт есть. То есть что, 10% шансов фростболт достать? А он тоже не спасет. Тогда, пожалуйста, конусяку. Ой, сынок! И под грустную музыку. Открывал ли ты кейсы в CSGO? Нет, не открывал. Но судя по тому, сколько эти видео собирают на Ютубе, по-моему, нужно бросать вообще всю, абсолютно всю деятельность и начинать просто открывать кейсы. Не спать, не есть. Кейсы. Я не знаю эту песню. Фаербол там был, но я его, по-моему, потратил на что-то, нет? Ого. А можно наказать, как бы, субъекта фаерболом? Ну, как бы, еще, конечно, живем, но на самом деле-то нет. Не стоило выставлять танка при доминировании на столе. Да, возможно, не стоило. Бам-бам! Рок! Ну спаси! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Тратил я, тратил фейербол, да? Ой, ну чё, с двух побед, с двух арен одна победа. Нормально. Не, ну как бы это тематически, поэтому... Музыка-то праздничная играет. Окинайка. Embrace the void. А я умираю. Ему один урона не хватало. И у него окинайка как раз. Пум-пум-пум-пум. Ой. Ачивки прям пас. А можно как-то там немного это... Можно как-то... Подай! Так, пожалуйста, тематические арены. Я понимаю то, что, конечно, да. Восхитительно получилось. Можно бы... Не пыль! Пыль! Начался годень. Прости, Гуфовский, начался годень. Достойно. Достойная госпожа. Я буду служить вам, госпожа. Что тут надо сделать-то? Романом или чернокнижником, три побед. Ну, это изи вообще. Быстренько сейчас сделаем. Никуда не расходитесь, у нас сейчас 30 секунд рекламы. Мы быстренько сделаем дейлик профессионально чернокнижником. И я 30 секунд рекламы, да. Тихо. Тихо. Так. Саундтрек Кингсмана, что символично закончился. Я это не планировал, но он прям секунда в секунду оказался. По продолжительности равен моей однопобедной игре на арене.
Что, конечно, больше говорит обо мне, чем о саундтреке Кингсмана, потому что, в отличие от меня, саундтрек Кингсмана хороший. Чернокнижником, значит, говорят. Ну, пойдем, пойдем. Уже не смешно. Ой, я вижу, там хорошие карты. Она начала орать опять. Ай. Как добиться такого голоса, как у тебя? Просто говорить, например. Нормальное, по-моему, вообще способ добивания голоса. Свет дарует мне победу. Моя душа будет моей. Нет, ну это явно. Ну зачем ты клоунадничаешь? Нет, у меня все хорошо. Доктор Бум, который потом пламенем тьмы и всю колоду чистит. Я себя чувствую крайне комфортно вообще. Каким файлообменником я пользуюсь? Ну, товарищ лейтенант, там ничего нет хорошего. Если побед 888 посчитал товарищ в чате, в среднем арена 2-3, то это 160 тысяч рублей. Нет, ну до стримов-то я за деньги на арену не ходил. При этом товарищ забывает, что повышение цен было не так уж и давно. Ну все вообще, так текульно. Может, стоило, конечно, и выложить госпожу. Убери внизу арену. Да давай людей обмазывать. Давай людей обмазывать, говорить, что мы арену играем. Не, ну серьезно. Интересно. Я бы не сказал, что это сильно интересно, что проклятые готовы сражаться. Была бы вот сейчас на сцене госпожа Боли, я бы прям... Ого, вот это карты. Я бы сейчас, конечно, бы, да... Я бы мог показать несколько сексуальных движений. Но мы немного ошиблись. Пострим Оскар. Но простите, пожалуйста, мужчина, но не сегодня. Так, это неплохо. Прист уже не знал, но он проиграл. Какие же слабые присты сегодня. Главное, значит, смотри. Многие вообще задаются вопросом. Люди, конечно, отвалились просто жесточайше. Многие, конечно, задаются... А мне потом говорят еще, что ты, ранкит, играй ранкит, вообще ранкит. Я не могу это сделать. Портал призыва, естественно. А, золотой прист. Потому что сначала походил, потом тапнулся. Ну сколько же людей можно учить? Мне жаль. Кто? Что? Что за это такая, это раш теперь такой у людей? Ну ясно. Животик-то у меня, да.
Интересно. Приз, а можно как-нибудь что-нибудь вообще делать, например, начать? Нет, как идея? Неплохо, неплохо. Как тебе серия игры Overlord? И какая твоя любимая игра, где главный герой злодей? Неплохой вопрос. Overlord хороший, первый. Второй, я так понял, был такой же примерно, и я особо... Ой, это плохо. Ну ладно, мы это дострелим. Проклятые готовы сражаться. А вот проклятых как убить, например? А, вот так, например. Только маны не хватает, да? Ой, да тут такие камбы. Ой. Не, ну можно, конечно, не бояться. Он забафается на 2, на 3, на... Интересно. Не, ну на 3 урона это так себе. Что за трэш-колода, спрашивают? Колода восхитительная. Посмотри, как я фигачу, мягко говоря. Главный герой злодей. Надо бы еще вспомнить такие игры, просто вот так вот сходу там. Ну да, Overlord мне первый понравился. Так что хотя бы на какой-то кусочек вопроса я ответил. Мужчина. Я бы даже сказал, сударь. Не будем просто так бума сливать. Нам поможет в этом Google. Игры, где главный герой злой. Смотрим. Last of Us, главный герой злой и плохой. Чё за бред, я читаю. Интересно. Infamous. Кто-то тут называет главного героя GTA 4 плохим. Почему-то Watch Dogs, Fable. А, ну Fable можно злого сделать. Да не так уж и много этих игр. Собственно говоря. Evil Genius. Evil Genius крутая игра. Но там, конечно, это немного не то, потому что... А, ну там есть главный герой, окей. Управляющий подземельем. Evil Genius хорошая игра. Буквально вот в четверг появилась в App Store какая-то фри-ту-плейная просто отрыжка. По мотивам Evil Genius. Ну я, конечно, поплакал кровавыми слезами. По поводу этого вообще, да. Приз, ты понимаешь, что тут вообще люди сидят, как бы ждут вообще других людей? Я же что-нибудь накопировал там такого потрясающего. Угу. О, вот это да. Так, 4. Это будет стоить 3. Это будет стоить... Равно 1. Но это комбень. Один выстрел, один. Dungeon Keeper. Да, Dungeon Keeper из той же оперы, собственно говоря. Но мы-то все-таки хотели больше поговорить про игры, где главный герой, и хотелось бы что-нибудь более, конечно, вообще шутерообразное. Потому что мы. Мы, как я нас вообще называю, как я нас называю? Скам! Нет, не скам. Я скам. Ладно, вы нет. Вы топовые зрители. В общем, да, в общем, нам бы в шутанчик. Опять субскрибера у меня опять... А, вот, я вижу, на стриме табличка появилась. Сартхр. Здравствуй, человек. Я тебя не услышал, к сожалению. Спасибо за подписку. Привет, привет, привет. Я впишу сейчас. Пока мы тут философски размышляем по поводу чего-то там. По поводу злых, да. Ага, Интересно. Хы-хы-хы, гу-гу-га, бу. Чё, ещё один, что ли? Да не-не-не, всё вижу. Спокуха. Постал. Ну, да. Духи не знают усталости. Ну, конечно, на арене ему придет Валджин сразу. Но это не арена, но вообще это ничего не меняет, я хотел сказать. Я хотел бы заметить. Такие мелочи, как то, что это не арена. Посмотри вообще, ну он не знал. Он не знал вообще, насколько профессиональные игроки ему
противостоят. Не надо вообще. Не надо лезть на автоматическое составление колод. Да, и, собственно говоря, в постели можно пройти, никого не убив. Это уже выбор моральный, который целиком и полностью лежит на играющем. Надо подумать. Посмотрим, сработает ли! Я изменю твой разум. А, так у тебя просто карты нужны, не приходили. Ну ты фуфлыжно там сидел. Ну ты... Так, 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 погоди, погоди, погоди. Ну давай посмотрим, что тут будет вообще. Ну какой один на четыре надо было? Арену можно пройти, никого не убив, пишет. Это мой случай. Кстати, да, я что-то делал такое, по-моему. Что за... Против какого же приходится играть вообще скама? Насколько вот люди себя не уважают, чтобы такими колодами играть? Ну посмотри, ну, пос... ну посмотри. Ну что, начнем? Отребье просто. Мне стыдно вообще тратить свое драгоценное время, время своих дорогих зрителей. Как вставлять 25-й кадр в видео на 60 FPS, чтобы его смог отразить человек. Я не знаю, там люди что-то вообще уже жесткое, по-моему, забивают под стрим. Надо подумать. Я с вами согласен, мужчина, то, что надо подумать. А ты хочешь еще забафать? Упс. Хочешь поиграть с огнем? Норм последовательность. Не, ну это как бы уже... Вообще, конечно, неприлично. В данной ситуации человек себя показывает, в первую очередь, невоспитанным. Но мы не сдавались. По-моему, ХС это не твое. Дорогой мой человек, видите ли вы, в чем концепция? Я не знаю, сам что-нибудь придумаю, потому что да, конечно, ХС. Оформите предзаказ на Bloodborne, мне пришло сообщение. Ну как тебе сказать, Sony, по поводу Bloodborne-то? 4000 рублей. Ого, первый раз, наверное, вообще за время всей гоблинов и гномов вижу. Гоблины и гномы. Гоблин. Что у него там? Рога каждый раз, когда вы разыгрываете. Ну да, неприятненько. Гоблины и гномы. Не моргай. Их изобретение каждому знакомо. Ракеты, взрыв, непризнанные гении, чё это я там сдох, блин? А, у меня ХП не было.
А, да, надо же в этой игре. Надо за хп. Точно, точно, точно. Я же, когда мы вообще занятия в своей школе Хардстоуна, когда проводим, я же на первом занятии говорю, надо за хп сменить. Да, как бы да. Надо было тогда хотя бы гумля. Не, ну а так я считаю то, что я пристат, конечно, победил. Морально. Так-то я, конечно, приста унизил. Он вообще не... Вы видели вообще, насколько растеряна его игра была? Несобранный. Прист не понимал, что происходит. Не хочешь постримить Overlord 2? Ну, дело такое, конечно. Это надо его хотя бы для начала купить. Следующим пунктом будет... Установить. Следующим пунктом будет... Да, неважно. Это будет круто! Да. Ну, это нормально. Это достойно и неплохо сыграно. Выкладывает ли через монетку другана? То, что демонов нет. Вообще, конечно, колода... Такой вопрос. Ты вход скатаешь тут? Ну, мы когда с Кузьмичом играем, он периодически... Ого. Он периодически стримит, и я с ним... О, так она вот как колода-то работает. Ну все тогда понятно сразу становится. Ну тогда да. Тогда я, пожалуй, принимаю бой. Снимаю перед вами свою воображаемую шляпу. Слился до 4-го места в мире. Ну так там всякие топовые пришли, ребята. Слился, а? Вот же люди злые, а? Люди злые. Я вот задумался недавно. Вот что ты выкладываешь вообще? Ну что, меня тебе госпожой, что ли, убивать? Ну, серьезно, не, ну... Злой. Лой. Так мы не дождались обещанного в четверг Space Engineers. Кстати, они вроде как... Ну, может, сейчас попробую. Ладно, погоди. Погоди. Ой. Ой, рашащий прист. Ну, кстати, эта колода по сравнению с тем адом, который творился за Рогу и за Воина. Здесь, по крайней мере, мурлоков нет. Эта колода хоть... Да, просто никак не пробить мне твоего животика. Ужас! Ужас! О боже, удали ХС! Прими объятия без... Embrace! Дивоиды! Ну это же не очень. Вот это уже очень. Thank you.
Окей, потратил опять 2 миллиона карт. Слабенький, конечно, прист. Вкусный зомби самое то сейчас. Прист, конечно, слабенький. Объективно вообще, сколько нам сегодня встречалось пристов? Я думаю, он из них вообще самый вообще сломанный. Пойдешь ли ты на мир юрского периода? Ну, трейлер так себе. Слоу-мод не должен на подписчиков действовать. Вот это Валуя. Вот это женщина. Выложили, потом тапаемся. Ответь мне, будешь смотреть премию Оскар? Нет, друг. Мой милый, добрый друг. Вот этому вы пошли. Вот это было, миледи. Я снимаю перед вами свою воображаемую Федору за такие мувы. Так, эта штука бьет на плюс один, когда, по-моему, бьет. Проверим мои знания Хардстоуна. Бьет. Хоть что-то я еще помню. Откуда у тебя столько животиков-то? Какого мы уже по счету? 10-го? Но это топ-дик. Выложили, потом тапаемся. Вился, стримил орден, сказал, что не очень. Мне там товарищ бравый собрался денег на орден давать. Так что, возможно, мы тоже будем стримить орден. Возможно, даже завтра. Только мне придется с PS4 пульс дувать. И вспоминать, как там все это работает. Ну, блин, сынок. Я буду сражаться. А, тапнуться можно, говорят. Кстати, тапнулись. А где бы еще один манапауэр это найти бы? А, 10 хп. Слушай, за хп вообще не... Что со мной? Боже. Все просто. Просто все. А, и у него 8. Так, ну мы убиваем, да? Что творится-то сегодня? Ну вот, видишь, уже одну игру сделали быстренько. Little. Из глины я слепил. Little. По прах ХП забыл. Упс. Гул'дан и Утер. Я буду сражаться с честью. Твоя душа будет моей. О, да это же Камбуля. Это же Камбуля. Не, ну у паладина, конечно, объективно вообще. Давайте расценивать ситуацию. Паладины в данный момент в Констрактеде крайне-крайне слабы. Посмотри на его отчаянные попытки вообще хоть что-то сделать. Жалко человека становится. Человека просто жалко. Забьем на всякий случай щиты, вдруг там кровавый рыцарь. Хотя он бы его... Ну ладно, не важно. Во что сейчас из мобильных игр играешь? Не Хардстоун. Ну, King of Thieves почти забил. Ни во что примерно. Frozen Synapse. Немножко изучаю. Все, меха-паладин. Кстати, я не знаю, что за колода у меха-паладина.
Я тоже могу. Один из моих вообще очевидных самых плюсов, за которые меня любят женщины, то, что я тоже могу очень игриво смеяться. Что приказание? Но он думал то, что я поступлю как слабый. Он не знал, что перед ним профессиональный игрок. Который по красоте раскидывает. Ах ты, темная бомба. Я никому не скажу. Мне жаль. Пишу за стрим Оверлорда. Да ты не передо мной, извиняйся, паладин. Ты извиняйся перед тем, у кого ты скопировал эту деку. Слабый, слабый паладин. Из последних сил вообще отбрыкивается. Со своими 5 картами. Обнаружена магия. Ну да. Такой. Это такой жест вообще. Отчаяние. Крик о помощи. Мы это проходили на психологических моих занятиях по Хэдстоуну. Подписка на них отдельно идет от остального. Мы изучаем вообще психологию паладинов на этих занятиях. Что, о чем вообще думает человек, у которого бесконечное освещение в руке? А можно как-то убить там? Нет, 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 нет. Что приказание? Так, это мы оставим на Теребона. Вообще, главная концепция при игре против паладина — нужно оставлять существ вражеских на поле. Паладин теряется, не знает, что делать. У него куча бафающих карт, но он не знает, кого бафать. Потому что паладин не умеет расставлять приоритеты. Вот это вот под сифон. Рагнарос бьет мне в лицо. Профессионально. Ну, конечно, нет, то, что это вообще, конечно, паршиво, да. Но паладин уже проиграл. Посмейся, как парящий страж. Да как-то я даже не услышал, что-то он там побулькал, побулькал. Буль-буль-буль-буль-буль. Странный-странный смех. А можно как-то убить сучку? Я хочу убить сучку. Баус. Give me the pussy, баус. Эх, хп-хи не хватает одной. Значит, это 10, это 12, это 17. Немного не хватает. О! Даунт! Ну а чё? Это тупо. Тратить на это дело... Да нету там летало, где чё? Темную бомбу вместо тапа? А тогда хватало бы, да. Но нет, нет, нет. Надо немного поиграть. Как тигр с добычей, надо поиграть немного. Так я и убил. Изи. Абсолютно профессионально вообще раскидали.
будет моей! Твоя душа познает муки! А вот и встретился и зеркальный противник. Ну, я не знаю насчет того, что... Как человек будет действовать против таких вообще плеев. Особенно если это... Хендлок. Хендлок полностью парализован. Особенно хорошо делал ставки на киберспорт, спрашивают. Нет, и на настоящий спорт не делал. А! Пару вещей в доте ставил, это считается. У меня была потрясающая статистика, что-то там типа... Одна удачная ставка и 9 неудачных, что-то такое. Да, но это хендлок. Ну ладно, мы его сейчас зарашим здесь, абсолютно комфортно вообще. Мне жаль. Нет? Хендлок с мехами, чё? Хендлок с мемами. Посмотри, сколько вообще синергии в данной колоде. Но у меня в этой партии у меня был ответ на каждое его движение. Твоя магия. Смотрел больницу Никербокер. Да, действительно смотрел, действительно больницу Никербокер. Все три из трех фактов крайне-крайне, все три из трех утверждений. Весьма правдивые. С удовольствием посмотрю. С удовольствием. Можно что-нибудь еще выложить, пожалуйста, чтобы я тут... Ну вот это, например, да. Удовольствием посмотрю, как ты будешь умирать. Тебя. Кто осмелился прислать... Это уже жест отчаяния. Ха-ха! Рашит! Ой! Ой! Я буду сражаться. Я пришел на твой стрим из-за ржаки. Где она? А насколько большая ржака тебя интересует? Ну, серьезно. А столик-то чистить нечем, например? А его-то убить... А, если ваш демон. Готов ли я поставить на это свою жизнь? Бум-бум! Тема из Кингсмана. Бум-бум! Да. Я был готов. Они даже не узнают, что их убило. Что за колода, спрашиваю? Колода, составленная профессиональными игроками. Колода, в которой все самые веселые механики Hearthstone. Чё началось-то? Блин. А, ну, в принципе, можно заткнуть его просто. Мне бы карт каких-нибудь, чтобы темные порталы реализовать. Что ж где за колода-то, господи? Ой. Пришло в голову. Да так и пришло.
да, блин, реализовал. А яйцом бить не надо. О, вот это достойный оппонент. Вот это достойно. Долго же ты стримишь, говорят. Ну как долго? Как получается? По настроению, скажем так. Я щит Маркуса. Ну ясно. Ну, кстати, я проиграл. О, детка. Зачем меня призвали? По крайней мере, я крайне к этому близок. Ну, тут-то хватает, не? 9. А, не хватает. Зачем баффл зомби? Чтоб убить. Тихо там сидеть! Он сам не знает, что творит. А, окей. Две, что ли? Переполняемые мощи. Боже, реально такому инвалиду проиграл. Колода просто безумная. Просто вообще. Так и это. Есть у меня одна идея по поводу того, какое заблокировать слово. Где это делается там? Здесь, например. Хорош. Победа или смерть за молот Рока. Что же делать? Контроль воин, который идет в бой. Сексуально. Потрясающе. Так, Тертермити это, конечно, замечательно. Хохма! Ах вы! Ох ю! Так, ладно, на одного развели. Это тот, который нормальный? Да, это тот, который нормальный.
хохма. Вот хохма хорошее слово. От хохмы сплошное добро и позитив, как по мне. Ну блин, а животик-то ломать дело такое. Эх. В принципе, мы никуда не спешим. Против контроль войны-то. Не, ну куда нам спешить вообще? На заказ. Пусть боль говорит. Но понеслись. Славный в славный мир. Вот тотем можно было бы и не убивать. Я скормлю тебя хозяину. Так, выкладывать колен-то или нет? Ха-ха-ха, кровавая колен-то! Горош. Сударь, я ставлю под сомнение ваши способности к управленчеству. У меня нет времени на игры. О, нет. Но Сильвана не знала. Сильвана не знала, что она украдет тотем. Сейчас я тебе покажу, как играют профессиональные игроки. Я... А, окей. Приветствую тебя. Ха. Ну, здравствуй. Горош! Ты не достоин! Бравидер твой! А что ты так карты много потратил? Как мы вообще будем комфортно здесь сидеть? Соратники, слухи, солдаты Кровавого Легиона. Солдаты. Лухи. Это хуже. О, это наш пациент, конечно. Либо тертермитю и разрушить. Давай. Во, это карта. Да, чат, конечно, себя немного ведет. Печально. Мы немного себя... Нормальное туловище. Я несу жизнь. О, детка. Так ты из этих, из терпильных. А как у него такая крутая дека на арене? Чё у меня такое не бывает? Ну, возможно, вам немного подскажет вот этот значочек. Возможно, всё-таки капельку самую. Самую малость.
Так, Алекстразу он слил. Давай бумло. Давай вот это. У меня сердце. Ах ты, богохульник. Ты понял, о чем я? Ну давай, давай, казнь. Это не страшно. Вторая казнь. А можно, пожалуйста, Зака Брафа? Это не Зак Браф. Вообще не понимаете, что я от вас хочу? Слабые, слабые, слабые. Вот это неплохо. Конечно, похуже. Возрождение на Килтузада не сыграл. Да, я забыл. К сожалению, давненько этой колоды не играл. Бесконечные Килтузады в вакууме. А там-то я как раз специально не выложил. Чтобы место Килтузада осталось для воскрешения. И потом для всяких комбинашек. Запускаю к обнимашке. Комбинашки. А, рот, пожалуйста, вы не могли бы немного говорить вещи правильно? А места-то не хватит. О, хватило! Ну блин, мне бы таунт. Эх! Ладно, солью на тебя. Клинки наготове. Ну какие потасовки? Ну давай, выкладывай своих горошек громашей. Ну здравствуй. Проблема в том... Брать ли Дживса? Выкладывать ли? Требуется помощь. Никто не должен выжить. Ну ладно! Я с этим справлюсь. Так, вот сейчас бы дух предков на Сильвана бы кинуть. А, у меня еще и мина там. Да, мина немного может нам нападать. Ну какой? Ну где, почему урон? А? Ошибка, говорят. Никакой ошибки. Вообще ошибка, да. Блин, и тотем поставишь, он же будет тоже накидывать.
Ну все, пора играть максимально тактикульно. Настало время. Там кто-то еще в колоде есть, только я не помню кто. Ну, началось. Ой. Ну, у него еще горош в колоде, еще как проиграю. Какой это у него Бася три козителей? Мы не знаем. Мы до сих пор это изучаем, данный вопрос. 20% шанс вытащить бомбу. Ковырять его еще минимум два хода. Что же теперь? Чё это за браузерка? Нахуй в неё играет? Хороший комментарий. Я тебя делаю генералом стримом в этом месяце. Генералом стримом. Можешь что-нибудь уже походить? Well met. Как я и говорил. А зачем он вышел? Собственно, да. Противник оказался на редкость слабым. Как это обычно и бывает, потому что колода на редкость сильная. Этой колодой я сокрушил таких людей, как NoName. NoName номер два. NoName из соседнего подъезда. Моя умственно неполноценная троюродная кузина. Все пали перед этой колодой. Нет, для аренки уже поздновато. Дайте мне еще достойного противника. Я хочу сделать много-много друзей, не помню, как их называют. Чудо-друзей, в общем. Я их профессионально называю чудо-друзьями. Come on, let's go to arena, man. Open some packs, man. What the hell are you doing? Why are you playing constructed? We really want see you playing arena, man. Let's go, come on. Ничего себе долго искал-то, а? Тадиус, да, Тадиус. Не, ну паладин... Паладинами мы уже встречались. Да. Ну, паладин, да. Набирал на арене больше 4 побед. Однажды это случилось. Однажды, когда меня смотрело 18 тысяч человек, это была самая эпичная игра в моей жизни. Я сделал 4 победы на арене, да. Больше 4 ни разу не делал. В
подмигулечки зато идут, смотри какие. А. Паладин ливнул. Не ливнул. Ну, какой-то немного туговатый, да. Интересно. И что же он сделал? Положи это, я... Это действительно было интересно. Давай, паладин, давай, разгоняемся. Мы даже лазер по такому случаю запустим. Ну ты что? Чего я ждал и почему я не разыграл разряд? Чтобы на четвертый ход у меня перегрузка была, конечно же, вот чего. Ой, да сейчас же будет горчица в бой. Горчица! А можно как-то убить яйцо? Ну почему? Приветствую тебя. Десять процентов заряда аккумулятора на планшете. Это немного, конечно, символизирует. Сильвальмалерион. Читали Сильвальмалерион? Неплохая книга, неплохая. Но фильм лучше. В фильме была такая одна эльфиечка. Ну и сиди с ним. Окей. Неплохо сыграно. Wait, what? Читал ржаку от автора Хохмы. Конечно же, читал. О. Вот это достойно. Я бы даже сказал, крайне достойно. Я бы даже сказал, что это, возможно, лучший за сегодня плей. Топ плей of the week. Довольно-таки тактикульные движения. Ну, второго хекса-то, конечно, не завезли. Ольген. Да не, я себя чувствую довольно-таки уверенно с данной ситуацией. Как не стать быдлом? Ну, нужно себя вообще ощущать не быдлом для начала. Я вот все-таки, периодически, конечно, бывает то, что понимаю, что все довольно-таки печально в королевстве. Жду приказаний. Ну, если чат себя будет так вести, то да, к сожалению, придется все-таки перейти на сабмод. И будет не так весело. Зато мне будет комфортно. Возможно, большая аудитория — это не всегда хорошо. Ого.
Ну, удачи тебе попасть. Сабмод, ну да. Да ладно, сейчас уже сидим пока. Неплохо сыграно. Селивайт, что за дека? Дека довольно-таки сильна. И Андуин. Свет дарует мне победу. За молот Рока. Ну, колода тяжелая, в принципе, можно и Тертермитю оставить, конечно. Ладно. Ну, кстати. Довольно-таки ранние карточки. Кстати, кто знает вообще, хоть какую-то надо пользу и типа интерактивчик от чата извлекать, на Алиэкспрессе какие вообще платежи принимаются? В обмане принимается, например? Ну блин. Ну против шамана, конечно, первым ходом желательно через монетку, особенно слизнюка-то выложить. Боже, почему я некоторые принципы игры понимаю? Ну, потому что я на чат отвлекаюсь, да, все-таки я считаю, что... Проблем не во мне! Лады. Надеюсь, ему нечем будет заковырять. Ну, вообще проблема, да. Я проблема. Все есть, говорят. Это хорошо. Так, ну это проблема. Туда товарищ начинает мне... Ну, зато он Silence потратил, и теперь на Сталага его не сольет. Нет, я не виню чат, я виню себя самого, то, что я отвлекаюсь на чат и на болтовню и на все прочее. Что поделать. Ого. Скала сокрушит тебя. Какой человек, такая и публика. Это вгоняет в глубочайшую депрессию. Если это действительно так. Но с другой стороны, да. Окей, Сталак уехал. Спаси меня. Ну, здесь может Блин, ну... Какую карту может он, конечно же, украсть? Интересно, какую же карту он украл? Скоро узнаем. Может быть, это был мана-тотем, а может быть, тотем языка? Нет. Нет. Я подумаю полтора часа, ты главное погоди. Ты главное не спеши, браток, ну ты чего? Эй, братиш, посиди, как там было, я не знаю, где это было, но где-то это было. За нас, жата. Это было, это стоило всех размышлений. Выхилить на два слизнюка. Огры рулят!
Что положить в эту колоду вместо Керна? Ну, что угодно с предсмертным хрипом, например. Как тебе идейка, а? Давай Нюшу на стрим. Сейчас я посмотрю, копирайт есть. Я, блин, уже мы полнедели с человеком говорим про Нюшу Цунами. Напеваем, и я так и не послушал. Я посмотрю, копирайт есть на ней, чтобы потом тут ничего не забанили. Вроде нет. Ну ладно, я тихонечко. Конечно же он Бума скопировал! Можно очистку? Спокойно, спокойно. Да погоди, ты летал, дай побить-то. Боже, она здесь какая-то поёрзанная Нюша. Я хотел её Юшей назвать. Какая-то немного поёрзанная в клипе. Не говори, что мы опоздали. Нами. Как цунами. Не говори, что мы опоздали. Что между нами? След? Снег? Как цунами. Не говори, что мы... Навстречу. Бесконечно. Легче. Не говори, что мы опоздали. Чувствуешь след между нами. Счастье накрыло, как цунами. А мы как хотели, так устали. Опоздал. Боже, она там с голой задницей. Я, кажется, нашел себе компанию на вечер. Боже, это красное платье отвратительное просто. Абсолютно дисгастинг. Хорошая рука. Так, что можно сделать с этой рукой? Вот это примерно, да? Только бы дожить бы. Или даже вот так. Это четвёртый, это пятый ход, это же профессиональная колода! Ой, в купальнике, а чё ты раньше этот клип-то не смотрел? Компания на вечер, подруга на вечер найдена. Чувствуешь, чувствуешь. Уе-е-е-е. Не говори, что мы опоздали. Между нами счастье накрыло, как цунами. Зашел на стрим и проиграл в голос Нюши. Чувствую, чувствую, чувствую.
Давай, хорошо, Папиль, тогда еще и наедине хочу. Наедине я знаю песню всю прям. Досконально, дословно, профессионально знаю песню. Не моей мечты. Теперь я и ты объедини. Это облако из огня. То ли я не я, то ли навсегда. Кутала. То ли без тебя, то ли ты моя. Объединение твоей мечты. Бум-бум-бум. Теперь я и ты. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. А зачем он выложил? Я ж не буду. Я же не буду его убивать. Теперь я и ты. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Как напрасно! Я мучилась. Сколько слух я прекрасна, как ни дней забыть. Всегда забыть. Только не любить. Я напрасно я строила. И потом ли построила? Не беда. Я тебя нашла. Объединение моей мечты. Забыл тотем. Забыл тотем. Теперь я и ты. Да, люди реально отваливаются. Нужно успокоиться немного. Все. Ладно. Embrace the void. Ого. Вот этот мув. Вот этот хуэти мув. Так, ну проблема в том, что... Давай-ка ты сливай что-нибудь там качественное на Тертермитю. Можно жечь спину, можно пить текилу, можно ждать флуда, а я и дальше буду делать 4 тадиусов, это вообще не в ноты. Мои богоподобные мувы очень даже хороши. Вот приз, например, растерялся. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. А не на одном, интересно, пейзаже нарисовано? Нет, не на одном. Как напрасно я строила. У тебя есть комикс по хранителям, спрашивают меня. Да, у меня их 2. И старое издание, и новое есть. Спускатель. Все. Ого. Да тут мувы пошли. Пум-пум-пу-бум. Пум-пум-пу-бум. А можно как-то комбейн реализовать сегодня, нет? Монеткой хватит на Ривендера, Сталага и Реинкарнейт. А толку-то? Мне нужно сначала одного слить, а потом уже камбу делать. Значит, план какой? А, блин, он сейчас, может, потратит. Такое ощущение, что я сейчас не реализую. Надо все, короче, все. Вообще уже все подходит. Надо подумать. Все шло именно к этой игре. Мы должны сделать немного тадиусов.
Окей, купеческий огонь. Мы еще живем, мы еще живем. Главное, чтобы у приста был достойный ответ под сталага. Все, сталаг в бой. Значит, прист. Крайне необходимо, чтобы ты не засайленсил моего сладкого стала. А, ну, в принципе, даже если засайленсит, я возрождением его подниму. Короче, убивай. Во, норм. Окей. То есть можно уже сейчас сделать, но без Ривендера. Без Ривендера это не очень. Ну блин! На следующем ходу, говорят. Ну да, за 11 маны можно... Эх, да, ладно, потерпим. Ладно, это будет. Главное, чтобы им еще места хватило. Да все нормально, погоди. А места-то хватит вообще? Да должно, а чё там? Чуть-чуть тадиусов насыпем. Хозяин! Спаси меня! Приз, только ты давай там это, не глупи. Интересно. Хозяин! Тотем на атаку надо было поставить. Да, кстати, было бы неплохо. Хозяин! Да какой рубака, прекрати вообще. Ну, он там мутит комбинации. Ворует мысли. Монетку только после Ривендера. Да не пальцем мы тут деланные вообще. Объединение моей мечты. Приветствую тебя. Я скорблю тебя. Я поглотил тебя. Надо было животик и полтадиуса ставить. Но там можно было налажать. Мало ли чё. Интересно. Соратники. О, нет. Солдаты холодной тьмы. Повинуйтесь зову Келтзада. Окей. Ну, дорогой друг! Видите ли, в чем проблема? У меня еще их немного есть. Блин, никак не убить Фойгина. Фойгина немного не убить. Сейчас я
Ты что делаешь? Спрашивают люди с воплями. Да какой летал? Погоди, нормально сидим. Началось, леталы. Свидетели летала. Интересно. Ну, прист, давай уже. Надо было, кстати, убить кого-нибудь, чтобы Ривендер выжил. Лубовский, а как у тебя с арифметикой-то? Да все восхитительно. Когда этот стрим уже кончится, спрашивает человек. Я тебе могу помочь, просто забаню. Неплохой вариант, но ведь неплохой. Сообщение на Яндекс.Деньги. Эллен Пейдж, Ван Лов. Действительно. Вот это норм. Ну да гля! Так высоко мы никогда не поднимались. Собственно, вот. Я думаю, на этом вообще, на этой оптимистичной ноте можно немного вообще пойти бы и поспать. У нас тут в Владивостоке уже 5 утра, поэтому да. Спасибо, друзья, кто сегодня подписался. Не знаю, почему не было оповещения. Донатил, смотрел, писал полнейшую ахинею в чат. Благодарю, благодарю. Мы вернемся, возможно, завтра, возможно, с ордером. Будем пугать вас кинофильмами. А сейчас я буду пугать 3-минутной рекламой. Сучечка, 3 минуты принесут мне. Они принесут мне, я думаю, несколько центов. Несколько центов. Чё там по скидонам-то в стиме? Чем ещё заняться? Xenonauts Strategic Planetary Defense Simulator. Это еще что за пара? Господи, это XCOM. И по графике причем тоже. По графике это вообще какая-то флешка. Да, благодарю, благодарю. Спасибо большое, но нет. Объединение моей мечты. Bloodborne будет, спрашивают? Ну, нужно открывать вообще фонд сбора копеечки на Bloodborne. Потому что, конечно, не потяну. Конечно, вообще, могу и не потянуть. Go 10-часовую версию Swimming Pool. Гуфен. Звингин, звингин, джингин, джингин. Цванкин, цванкин, ранкин, ранкин. Ладно, ладно. Всем, в общем, да. Слишком часто начал говорить да. Да. Пока!